4 сентября 2018 года правила выдачи автомобильного знака «Инвалид» определяются приказом Минтруда России. Он подтверждает право на бесплатную парковку транспорта для инвалидов первой, второй и третьей групп. Оформляют такой знак федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы. При этом закрепляется он не за автомобилем, а за человеком. Обращайтесь в бюро медико-социальной экспертизы номер 38 или в Одинцовское управление социальной защиты населения.